О вкусах не только спорят, о них и смело заявляют. В Казань съехались дизайнеры и модельеры с разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои коллекции на 5-м межрегиональном конкурсе «Этнодар». Казанские модели зарядились позитивом и примерили на себя яркую самобытную одежду, охотно принимая участие в дефиле. Молодые дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет использовали в своих коллекциях современных костюмов этнические традиции народов России. Ожидая официальное открытие фестиваля и гала-показ, мы решили зайти в гримерку к самим моделям. Основой их костюмов стали этнические мотивы татарского, русского и чувашского народов. Я просто читала роман Толстого «Анна Каренина». И когда этот костюм на меня надели, я прям почувствовала этой женщиной, мурашки побежали. Мне нравится, На отборочный этап конкурса было подано 120 заявок из 35 регионов, от Калининграда до Иркутска. В финал вышли авторы лишь 36 коллекций. Для молодежи данный фестиваль стал уникальной возможностью продемонстрировать не только свои таланты, но и показать культуру своего народа, обменяться опытом и получить оценку жюри. Аделя Хасанова, Аделя Шамилова, Рустем Садриев, Универньюз.